К другим темам. Невероятный случай произошел накануне в Бурятии. Во время спуска с Шумака в иркутянина попал разряд молнии. Мужчина выжил, правда, получил многочисленные ожоги и переломы костей лица, а также частично потерял зрение. Очевидцы вызвали спасатели, они прибыли на место спустя 15 часов и доставили пострадавшего до ближайшей больницы. Я сразу же упал, потерял сознание и, в общем-то, сам момент удара я не помню. Начал приходить в себя уже через какое-то время. Очнулся, лежу на камнях, трясусь от холода, накрыт тентом. Рядом моя жена, вытирает с меня кровь. Понимаю, что что-то произошло, у меня один глаз не видит. Думаю, камень в меня что ли влетел. Были порваны перепонки на обоих ушах, поэтому я сразу перестал слышать. В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют при приближении грозы во время путешествия в горах необходимо немедленно найти безопасное место и постараться спуститься с возвышенности. Металлические предметы собрать в рюкзак и спустить на веревке на 20-30 метров ниже по склону. А в случае ЧП необходимо вызвать помощь по телефону 112 или 101.